Добрый день. Сегодня в очередной раз подведу итоги за прошедшую неделю. В период с 11 по 17 июня в подчиненных частях соединения мероприятия проводились согласно плану боевой подготовки на летний период обучения. В течение прошедшей недели украинские силовики ежесуточно наращивали огневое воздействие по городам и селам Донецкой Народной Республики. Всего каратели 3697 раз обстреляли территорию республики, в том числе с тяжелого вооружения 2360 раз. Обращаю ваше внимание на увеличение количества нарушений прекращения огня с применением запрещенных вооружений. Только из артиллерии 152 мм противник обстрелял населенные пункты республики 395 раз. Увеличение применения карателями тяжелой артиллерии происходило на фоне проведения 15 июня минских встреч контактных групп. Однако это не остановило преступное командование вооруженных сил Украины, которое чувствует свою безнаказанность, только усилило обстрелы территории ДНР. На этой неделе от огня украинских силовиков ранения получили 6 мирных жителей. Потери силовых структур ДНР составили 3 погибших. Кроме того, в результате обстрелов украинскими военными преступниками повреждено 70 домостроений в Докучаевске, Зайцево, Горловке, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Саханке, Набережной и Коминтерново. Все данные нарушения минских договоренностей зафиксированы представителями ОБСЕ и СЦКК. По каждому факту следственными органами республики возбуждено уголовное дело. Созданный главой ДНР общественной комиссии ведется сбор доказательств причастности конкретных командиров к гибели мирных жителей и разрушению жилых домов для подготовки иска в Международный уголовный суд и наказания виновных. Нанося беспощадные артиллерийские удары по городам и селам республики, каратели одновременно проводят наращивание своей группировки в зоне вооруженного конфликта. Так, наша разведка зафиксировала увеличение подразделений ВСУ и запрещенных минскими договоренностями вооружений на линии боевого соприкосновения. На Горловском направлении 152-мм гаубица МСТА-Б 24 единицы, 122-мм гаубица Д-30 10 единиц, танков 24 единицы, 122-мм САУ 3 единицы, минометы калибром 82-120 13 единиц и до батальона личного состава правого сектора. На Донецком направлении 152-мм гаубицы МСТА-Б 3 единицы, 122-мм гаубицы Д-30 10 единиц, танков 14, САУ «Гвоздика» 18 единиц, минометов калибров 120 мм 16 и до 120 человек личного состава. На Мариупольском направлении 152-мм орудия 8, 122-мм гаубицы Д-30 14, минометы калибром 82 мм 6 единиц и до батальона личного состава с 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая прибыла для ротации 3-го батальона 72-й бригады. В ходе работы представителями совместной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории подконтрольной ВСУ в местах отвода на этой неделе было зафиксировано отсутствие 100-мм противотанковых пушек «Рапира», 20 единиц миномета 82 мм, 4 единицы, 1 единица танков. Кроме того, в населенном пункте Привольное наблюдателями миссии ОБСЕ отметили местонахождение 4 буксируемых гаубиц 260Б, которая имеет калибр 152 мм. При этом в зоне АТО наша разведка фиксирует неспособность военного командования Украины управлять собственными войсками и националистическими вооруженными формированиями. При ротации подразделений 72-й бригады на подразделение 30-й бригады фиксируется рост количества уклонистов в 30-й бригаде. Массово дезертируют из воинских частей, узнав о том, что им предстоит проходить воинскую службу в зоне АТО. Кроме того, отмечаются попытки военного руководства взять под контроль националистические бандформирования. Так вот, согласно нашим данным, распоряжение штаба АТО командирам 53-й, 54-й, 58-й отдельных бригад, 128-й горно-пехотной, 10-й гвардейской штурмовой бригаде ВСУ поставлена задача вести фланговый огонь вдоль линии соприкосновения войск и огонь по позициям боевиков правого сектора с целью нанесения максимального урона якобы силами вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Так, в результате дружественного удара ВСУ по населенным пунктам Авдеевка в зоне ответственности 58-й бригады в период с 12 по 13 июня потери личного состава правого сектора составили 4 убитых и 12 раненых. Кроме того, установлено, что в результате зачисток боевиков правого сектора под огонь 16-го батальона 58-й бригады ВСУ случайно попало подразделение 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар». Итогом стала гибель двух военнослужащих.
15 июня наша разведка зафиксировала обстрел с позиции 10-й гвардейской штурмовой бригады ВСУ из населенного пункта Курахова по боевикам-националистам, дислоцирующимся в зоне ответственности 14-й кровавой бригады. В результате артиллерийского огня с применением 152-мм гаубиц было уничтожено несколько боевиков правого сектора. Общие потери в результате огневых зачисток украинских националистических подразделений составили 18 человек убитыми и более 25 ранеными. Данные цифры можно проверить, сравнив официальные заявления командования ВСУ и данные, которые опубликованы на странице в соцсетях «Сестры Милосердия АТО» при поступлении раненых в военно-медицинские учреждения города Харькова. Разница в цифрах подчеркивает одно – военное руководство не считает боевиков правого сектора за своих. Такие радикальные меры, согласно полученным документам из штаба АТО, используются командованием ВСУ для принуждения неподконтрольных бандформирований сложить оружие и покинуть зону конфликта. Согласно данным нашей разведки, военное руководство Украины частично добилось своей цели. Нами зафиксирована подготовка личного состава ДУК «Правый сектор» к выводу из района шахты «Бутовка» из-за потери дружественного огня ВСУ. Кроме того, наша разведка отмечает усиление борьбы с радикалами и националистическими батальонами и внутри подразделений ВСУ. В частности, командирам 128-й отдельной горнопехотной бригады и 58-й МПБР получили распоряжение на запрет ношения украинскими военнослужащими шевронов ДУК «Правый сектор» и других знаков отличия, демонстрирующих отношение украинцев к националистам. Напряженная обстановка в зоне АТО становится золотой жилой также и не только для украинских олигархов, но и для военнослужащих ВСУ. В частности, отмечается увеличение случаев хищения материальных средств военнослужащими 54-й и 72-й отдельных мотострелковых бригад. В этой связи службами тыла бригады происходит списание разорванных материальных средств, как уничтожаемых в результате огневых воздействий подразделениями ДНР. Для списания материального имущества командиры подразделений вышеназванных бригад разработали целую схему. В первую очередь дезинформируют командование штаба оперативно-тактической группировки об увеличении обстрелов и уничтожении материальных средств при ведении огня с территории ДНР. Затем это имущество списывается и распродается представителям местного криминального бизнеса. Таким образом, длящийся конфликт становится выгоден теперь еще и коррумпированным элементам вооруженных силах Украины.